Одним из важных нововведений 2017 года в работе управления стало внедрение единой учетно-регистрационной процедуры, позволяющей в одно обращение осуществить постановку на кадастровый учет и сделку с недвижимым имуществом. За 2017 год в структурных и межмуниципальных отделах управления поступило 90 825 заявлений. Из них на государственный кадастровый учет поступило 19 601 заявление, на государственную регистрацию прав – 63 943 заявления. На государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав по единой процедуре 7 281 заявление. Не забыли и о другой важной функции управления – земельном надзоре и кадастровой оценке недвижимости. В основном этот контроль осуществляется в форме выездных проверок. За отчетный период 2017 года государственная функция по государственному земельному надзору на территории Карачаево-Черкесской республики осуществляли 4 должностных лица. В 2006 году было 6 должностных лиц. Но это связано с сокращением штатной численности за последние годы. Такое уменьшение. За 2017 год проведено плановых и внеплановых проверок всего по соблюдению земельного законодательства 421, аналогичный период это было 454. Одним из прогрессивных нововведений в работе Росреестра за прошлый год стало предоставление госуслуг в электронном виде, что позволило на 30% сократить расходы физлиц на оплату госпошлины. В целях увеличения количества доли государственных услуг по государственной регистрации и кадастровому учету, оказываемых в электронном виде, в 2017 году была проведена следующая работа. В мае в течение 5 рабочих дней на базе управления со всеми органами местного самоуправления, охват был 100%, проводилось совместные совещания, на которых обсуждались возникающие вопросы по порядку заполнения заявлений, подаваемых в электронном виде, заявления о постановке о государственном кадастровом учете, также и заявления о государственной регистрации прав. Другим новшеством 2017 года стала возможность подачи заявления на госрегистрацию права по экстерриториальному принципу. Всего за отчетный период в управление поступило 315 таких заявлений. Мадина Лайпанова, Далиль Мирза, Архыз, 24.